Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в клиналочку на серии Стрелакс Ролиплей. Сегодня у нас будет драг рейсинг, я приехал на драг трассу в Батырево, с моим подписчиком, я им сейчас выдам тачки. Так, ВХ-400-00. Как ключ замок засунуть? Может так вот как-то? А, вот. Так, давайте я поставлю тачки сюда. Так. 455, 00. Нет, это не то. ДВ. Так. ДВ. Как машину убрать, какую я спавнил? Так, сейчас будет жестко, конечно, будет драг. Кена гейм, что он зашел? А, Делкар. А у вас нет прав. А, у меня нет прав. Да. Это Кумар. Джек Х6. Так. А, у нас тут драг рейсинг. Так. Как ее убрать, этот трактор? Ладно, сейчас как-то уберем. Кона Инфернуса. Вместе ID знаешь? Окей. Окей. Так. Сюда уберем этот трактор. Ёбаный трактор, блядь, мешает. Так. Во, теперь я могу убирать. Все. Спасибо. Так. Что у нас тут? Так. Какой там? Так, В. 466. Окей. Так. В. 405. Give a lead. Как там право давать? Как выдавать права? Так. Надо ВХ-405-00. А, у меня там... Так, окей. Так, чё вы так тачки поставляли? ТП-40. Так. Джеткар-140. Ты крутой пацан, я вижу. Так. Да машина поставить нормально, чуваки. Я не знаю, как права давать, чувак. Как выдавать водительские права? Так. 404 надо еще не глянуть. Так. Да, 404 надо. Вот
вообще топчик был. Так. А, точно, окей. Так. Давайте гонку века. Да стойте вы на зеленый как бы. На зеленый. Туда и обратно. Сейчас стартанем. Давайте. Туда и обратно сейчас стартанули, конечно. Ну, хреново стартанули, ну ладно. Просто скриншот делал. Так, сейчас доедем. Но драгрейсинг это круто. Ой, блин. Отбойники. Надо было круг говорить. Ладно, наш драгрейсинг, в принципе. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Ну, BMW, в принципе, выиграл, потому что она самая быстрая здесь. Так. Intel Car. Так, ладно. V455. Не то. Какие там еще ID тачек есть? V500. Так. 400 544. Я не помню ID машин. Обратно не то. Так, ладно, давайте. V456 00. Так. Окей. Все, давайте. Едем круто, круто. На зеленый. Ну чё вы, Алёша? Киря, почини. Да я себе команду знал, чувак. Так ты не можешь подойти просто. Вот такой. А, точно. Лол. Чувак знает команду лучше, чем я. Гоу на зеленый круг. Так. Стой ты на зеленый. Блин, какие-то они неадекватные вообще. Ладно, с Филиппом встану. На красный. На зеленый, чувак. Так. Давай-ка стартанем сейчас. Бимер, жми. Жми, давай, малышка, я в тебя верю. Это ж бимер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так.
Но мы успеем доехать, в принципе. Здесь можно реально поразвлекаться нормально. Так что обязательно, чуваки, приезжайте. Обязательно. С тормозами, конечно, я не рассчитал, малюх. Так, я первый. Так, починил я машину. Драка. Чё? Кирдаш на Audi 20 000. Какой же он наглый, он в предыдущей серии меня просил денег и сейчас просит. На. Так. Чё там, уже всё? Все сдулись? Или чё? Давайте телепорт южный. Чёрт. ТП. Аэропорт. Всё. Гоу. Давай круг. Давай круг. Чё, он поедет со мной круг или нет? Так. На зелёный. Давай-ка. Сабаричка, сейчас стартну. Будет все четко. Так, поехала. Давай, 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 давай. Не, ну блин, понятно, BMW самый быстрый на сервере, поэтому по-любому я выиграю. Ебал, это аварийка, так. Кстати, каждый час, как вы играете, вам дается 30 тысяч. Так что играйте почаще, и будут у вас бабосики вестись. В принципе. Да, в принципе, я выиграл, потому что BMW тащит, чуваки. BMW тащит, надо будет себе купить. Випку надо будет купить. И потом купить себе тачку. Ну, сколько можно иметь 3 или 4 машины. Так что будет все четко. Ну ладно, в принципе, мы уже отгонялись. Так, давайте Делкар припишу. Сейчас все тачки уберем. Сейчас, может, заберу только. Что-то не пропадает, ну ладно. Моя тачка тоже заспавнилась, я так понял. Что-то тоже... Стоп, дел... А, ну да, все правильно. Ладно, потом уберется, я думаю. Вы удалили авто. Ну ладно. В принципе, потом удалю через рестарт. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сервер. Ждите новых серий. Всем пока-пока. Outside, I was from the north. She was from the south side. I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.